Всем привет! Сегодня мы приготовим летние щи из свежей ранней капусты. Итак, поехали! Для щей нам понадобится лук, морковь, пол-литра сливок, капуста, сливочное масло, курица для бульона, томатный сок, соль и перец. Сразу заряжаем наш казан. Закинули сливочное масло и сразу лук с морковкой обжариваем. Налили 2 литра воды, закрываем крышкой и оставляем вариться на час, час 20. Погнали! Прошел час, и мы достаем курицу. Возвращаем обратно морковь с луком. Добавляем томатный сок. Thank you.
Ну что, осталось сделать, а это будет точно. Очень вкусные щи. Попробуйте приготовить по такому рецепту, вам точно понравится. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, кушайте на природе. Всем пока!